Источником вдохновения стала художественная студия. В этом сезоне мы расскажем историю о трех друзьях, которые живут на пустующей фабрике. Они занимаются графическим дизайном, вдохновляются работами американских художников-экспрессионистов. Коллекция получилась утонченной, но расслабленной. Как всегда, мы уделили особое внимание выбору материалов. В новой коллекции, как и в любой другой, ключевую роль играют пальто. Мы старались составить универсальный, изысканный гардероб, где есть модели одежды для любых ситуаций, и повседневные, и вечерние. Смокинги, нарядные пиджаки, расшитые цветами, рубашки, элегантные джинсы. Потрясающая коллекция. Я только что увидел, что дизайнер приготовил для нас в этом сезоне, и я просто в восторге. Больше всего понравились пиджаки. Стиль бренда я опишу так. Роскошный, воплощающий особую атмосферу Парижа. Одежда Эммануэль Унгаро идеально подходит для особых торжественных случаев, например, для свидания. Собираясь на встречу с любимой женщиной, смело надевайте Унгаро. По-моему, модели одежды Эммануэль Унгаро отлично вписываются в повседневный гардероб. Дизайнер создает элегантные наряды, в которых выглядишь одетым стильно и со вкусом. При этом одежда Эммануэль Унгаро вполне непринужденная. В ней мужчины выглядят естественно, не так, будто только что сошли с подиума. Дизайнер мастерски сочетает стиль casual и строгую классику.